На Черноморском побережье в оздоровительном комплексе «Орбита» поселка Ольгинка уже готовы встречать друзей самых разных городов нашей страны на молодежном фестивале «Всероссийский студенческий марафон», где ребятам предстоит сразиться за кубок победителей и звание лучшей студенческой команды страны. Около 1500 самых активных творческих и спортивных студентов 1 февраля прибыли в солнечную Ольгинку из разных уголков России. Дорога каждой из команд была разной, ведь добирались они на самолетах и автобусах, поездах и автомобилях, а некоторые даже на плечах сокомандников. Добрались, ну не скажу, что быстро, на поезде, двое суток, чух-чух от Казани до Туапсе, в принципе, очень хорошо. Готовились к КВН в поезде, смотрели ленту в Инстаграме, смотрели, как команда готовится, что делают. Стартовой точкой студенческого марафона является торжественная церемония открытия молодежного фестиваля, где со словами приветствия и поздравлениями выступили руководители вузов, участников и команды-призеры 2016 года. Царящую в зале атмосферу просто невозможно описать одним словом, ведь каждый из команд поражает своей энергетикой и драйвом. Открытие прошло, как всегда, позитивно. Девиз и лозунг фестиваля «Врывайся», и сегодняшнее мероприятие тому является полным подтверждением. Самое главное пожелание, чтобы борьба заканчивалась сразу после конкурсов, и все остальное время люди тратили на общение друг с другом, на обмен опытом и на выстраивание тесных дружеских отношений. Впереди участников ждут насыщенные дни, заряд от которых будет поддерживать их еще целый год. Елизавета Евтефеева, Ольга Солюкова, Ульяна Марамзина, Александр Токарев, Универньюз.